Вы помните, какая бригада взяла вас в плен? Третья штурмовая. Хорошо, что вы хотите передать своим родным и близким? Пускай они переживают. Не стоит волновать. Все хорошо. Все. Живы, здоровы. Что хотите передать своим сослуживцам, которые, возможно, вас тоже увидят? Ребята, не бойтесь сдаваться в плен. Все, что нам говорили, это неправда. Все вранье, да. Здесь относится по-человечески, по-людски. Все, значит, все будет хорошо. Знаете, какой сегодня праздник? Сегодня день рождения главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Федоровича Залужного. Чем мы его поздравляем? Что бы вы хотели ему пожелать, как бы вы хотели его поздравить? Счастья, здоровья, долгих лет жизни. И спасибо за такое отношение. За хорошее отношение.